Что, здравствуйте, уважаемые зрители. 17 мая, без 10:06, 11 градусов. Озеро тоже, страна та же, Ирландия. Будем начинать ловить. Сегодня с Лешей. Поздоровайся. Здравствуйте. Все, будем пробовать. Ну вот и первая рыба. По-моему, я ее просто за это самое забагрил. Хотя нет, вру. А что такое за карандаш? Вот такой вот карандашик. Да. А загнул удочку, как будто кит, нет? Да, поклевку еще почувствовал такую. Зато вырастет. Сейчас маму с папой подает на десерт. Ну да, мы. Тихо. Смотрю, этот воблер у меня вторая, уже в заброс. Алексей пока. Есть. Есть? Вот и у Алексея есть. Того карандаша, которого ты отпустил. У меня таких в жизни, может, один или две было. Смотри, на какую колебалку. Ага, что это за колебалка такая? А тоже с того же этого. С выставки? Ну, отлично, фотографии делать. Да не. Слушай, вода теплая. Ну так лето на дворе. Ирландская. Ирландская, да. Какое есть? Ну да. Хорошая погода здесь. Немного реже, чем. Опять попалась на гриде гац любимый воблер. У меня тут шнур стоит на это. Я сегодня специально взял. Шнур с разрывной нагрузкой 38 килограмм. Нормально. Ох ты какой. Ну ничего, такая хавня. Ну как. Не очень. Как и о, ушла. Молодец. Молодец. Не надо снимать. Погнали дальше. И, а ты на такой же воблер, да? Только да, поменьше. Да, только у меня единственное. Как бы есть еще поменьше. Тут туман ползет. О. Да, какая-то рыба там играет. Ага. Ну, скорее всего, форель. Кто еще сверху может? Пойдем в туман. Вон озеро туда вот вдаль уходит, между вот тех двух холмов больших. Ну, и оно там уже становится, и очень-очень глубоко. Это форель, по-моему. Да нет, щука. Щука? Да. Нифига себе. Хорошая. Если бы ты видел, какой я воблер поставил, форелевый. Ну, так уже можно брать, нет? А мы просто, видишь, запуталось. Ух ты. Чего? Там вообще шикарная рыба. Посмотри на воблерок. Да я вижу. Поставил на форельку. Сразу взяла, да? Угу.
Я не понимаю, как тут шнурки клюют на здоровые воблеры, а такая щучка под килограммчик. Весы нужны? А у тебя что, есть? Да. А зачем? Да не, это маленькая. Не, ну давай посмотрим хоть сколько. Примерно. Ну давай. Я говорю, что килограммчик. Тоже на выставке купил? Да. Молодец. Кило 200. Ну, супер. Привет. Привет, пузята. Сейчас это отпускаем. Еще момент дам из подсветки. Есть? Да. Классно. Пиздец! Тихо, не ругайся. А, ты записываешь? Да. Ну ты это не выставишь. Я вырежу, да. Да. Я тебе говорю, про Франс Мино, он хороший, он работает. Так я видел, как она взяла. Смотри, какие там всплески. Так, а там тоже такие. Все, остаемся здесь. Так, все. Да. А, ну ты это, ты записываешь как? Ну это пипец. Очередной шнурочек. То ли он покусанный, то ли это я его. Может, за ним более крупные ходят тут. Просто довел до лодки, остановил воблер. Нужен пацак? Пацак навряд ли. Ну, что-то покрупнее среднего. Ну да. Ух ты, не, хорошая. Хорошая. Да. Двушка. 2,5 где-то. На большой пал. Я говорю, вот сколько я смотрел на мелочь. Секунды 3-4 и дух удар. До реализ джеркбейт. Воблер называется. Сейчас я возьму. Ага, возьму. Она не хочет, чтобы я ее взял. А может, нету двух. Где там весы твои? Крупнее уже. Кило 400. Чайная пауза. А? Чего? Снял я с себя все, остался в термобелье. А. Пьем чай. Полный штиль. Это летняя рыбалка. Что в Ирландии, в принципе, редкость.
Да, блин, ну не два же раза. Пока Лёша спал, я говорю, пока ты спал, что-то мне попалось. Небольшая. Карандашик. Документ горло болит, да? А чё? Не знаю. Карандашики домой. Тоже, наверное. Что-то мелкое очень. Ну, они хоть активизировались? Да. Это я уже сегодня ловил, нет? Слушай, был такой. Да нет, там, а? Там чуть по-другому был. Гридигас, говорю, ловит. Ну на паузе я его остановил и поклевка. Ну Андаша, да? Ну. Так. Небольшая. Но шустрая. А? Но шустрая, говорю. Ну что-то есть у Алексея. Щупарик. Ну, воблер обновил, да? Это кто ее так пожевал? Где? Жабры. Да. Или нормально. А, нет, мне показалось, значит. Оставить или тебе? Не-не-не, мне. Ну что, 5 часов вечера, закончили мы на сегодня рыбалку. Трофеев сегодня не было. Да, Леш? Не было. Понравилось? Самая большая, 1.6. 1.6 килограмма самая большая. Ну, днем была жара жуткая. К вечеру еще поймали нескольких. Вот. Идем домой. За просмотр всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Все, всем пока.